Никаких нам нет. Дорогие друзья, действительно у нас сегодня знаменательный день. Мы чествуем одну из самых профессиональных, одну из самых инициативных наших организаций, которая, наверное, сделала главное в жизни этого латвийского государства, по сути, сказала о том, что это латвийское государство не является демократическим. Сказала о том, что в этом латвийском государстве в массовом порядке нарушаются права человека. И донесло эту информацию до международного сообщества. Я думаю, что вот это главная заслуга Латвийского комитета по правам человека, и мы все должны быть благодарны тем людям, которые на общественных началах не за страх, а за совесть делали эту большую, важную для нашей страны, для демократии работу. Я думаю, что заслуга Латвийского комитета по правам человека еще и в том, что их примеру следовали другие наши общественные организации. И здесь можно назвать и Союз граждан и неграждан Владимира Борисовича Соколова, который тоже очень много сделал для актуализации вот тех проблем, с которыми сталкивается сегодня не латышское население страны. Я здесь бы назвал и Елизавету Кривцову, правовой институт «Консентия», которая также на очень высокопрофессиональном уровне защищает права жителей нашей страны. Вот две заслуги, но все они очень дорогого стоят. Я думаю, что мы должны поблагодарить Латвийский комитет по правам человека, поздравить их, пожелать им крепкого здоровья, успехов и решения тех проблем, которые стоят перед нашей страной, выполнение тех задач, которые они сами перед собой поставили. И я хотел бы подарить несколько подарков членам нашей замечательной организации. Начну с малого, но важного. Вот это, наверное, все вы понимаете, что это такое. Это под ответственность Владимиру Борисовичу Викторовичу Писаеву, извините, пожалуйста. Мы все любим город Ленинград, город Санкт-Петербург. Мы хотим вам подарить вот такие замечательные книги, пожалуйста. Извините, что не всем хватит, но... Хватит всем, как раз. Поделимся. Четыре. Одному не хватит. Цветы, конечно же, цветы. Ну, цветы дамам. В первую очередь нашим замечательным дамам. Спасибо вам огромное за работу. Еще один подарок, который для вас приготовила Федеральная агентство Россотрудничества. Вы говорили о том, что вы занимаетесь аналитической работой, организацией семинаров, конференций. Специально для вас, для Латвийского комитета по правам человека, Федеральное агентство Россотрудничества дарит учебную магнитную доску. Ура! Для отдыха ничего, все для работы. Поздравления продолжаются. Пожалуйста, да. Коллеги. Так, присаживайтесь, пожалуйста. Виктор Иванович, тогда я продолжаю мысль, которую вы сказали.